Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон диаметром 38 сантиметров. Аккордовый глюкофон. Настроен тональность пентатоника ля минор. Порядковый номер 957. Давайте послушаем, как он звучит. Для прослушивания лучше использовать наушники, либо хорошую акустику. Инструмент имеет длительное звучание, длительный сустейн. Давайте послушаем, как он звучит руками. Этот инструмент настроен гармонично, в нем уже заложена гармония, и на нем может играть абсолютно любой человек, без каких-либо знаний в нотах, в музыке. Здесь все интуитивно, все лепесточки, они друг с другом сочетаются по звуку, и поэтому вы просто на нем не сможете сфальшивить. Здесь все, что вы... Куда бы ни ударяли, получается красивая мелодия. Поэтому инструмент подходит абсолютно любому человеку. Для медитационных практик, просто для музицирования. Отлично снимает стресс. Так что такой инструмент универсальный. Он как бы всем и людям, кто не занимается музыкой, может как бы пригодиться. И тем, кто уже
занимается тем музыкантом, может расширить их музыкальные возможности. Инструмент выполнен с цветовым узорчиком сине-фиолетово-бордовой оттеночки. Они перетекают в такой в янтарный цвет. Все это закручено галактикой. Лакировка выполнена с блесками. Они блестят на солнце, как звездочки. Но сейчас на камеру сложно это передать. Тем более сейчас в помещении солнца нету. С обратной стороны ножки из натуральной кожи. Ножки служат для того, чтобы лаковое покрытие было защищено. То есть его можно ставить на твердой поверхности, перемещать его туда-сюда, и ничего с ним не произойдет. Ножки прошиты сквозь корпус прям прочной нитью. Здесь нет никакого клея, поэтому они не отклеятся, будут служить долго. Другие варианты можно инструментов можно посмотреть на сайте vargans.ru. Заходите, смотрите, ссылочки будут в описании. Там можно посмотреть различные дизайны инструментов, различные звучания. Есть поменьше инструменты, есть с одинарными лепестками, есть с двойными. Много разных вариантов можно повыбирать. Можно сюда заказать какую-то гравировочку, какой-то рисунок. То есть все это обсуждается, делаю их лично я, поэтому цены, как говорится, от производителя. Заходите, смотрите. Если что-то не нашли, можете прямо в описании писать свои вопросы или пожелания. Комментарии я читаю и отвечаю на них. Ну, пожалуй, все рассказал. Так вот, на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.